Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советские запонки, зажимы для галстука и два таких кусочка янтарных, но они не ценные. Начнем мы с запонок. Вот так вот выглядят они. Я более чем уверен, такие запонки можно найти чуть ли не в каждой семье и, соответственно, шкатулке. Вот такой комплект. В конце я назову цену, по которой это все продалось, и вы будете смеяться на 1000%, просто гарантирую. Зажимы для галстука. Вот такой. Вот и здесь не хватает, ну, типа таких там различных камушков, в общем, и так далее. Так, это у нас разнобой. Вот это я все на самом деле позгребал, потому что за полгода, где-то за год, оно все накапливается, и все эти предметы невозможно просто держать, как бы. Поэтому нужно потихоньку избавляться. И вот такие камушки. В общем, так, самое интересное. Было это выставлено в интернет на продажу и ушло за 11 гривен. Вот это, конечно, самое-самое смешное. Но такое в жизни бывает. В любом случае, я, можно так сказать, от этого избавился. Не жалею, оно мне не надо. Каких-то космических миллионов оно не стоит. Поэтому, ребята, делайте выводы. Если у вас дома остались вот такие подобные предметы, вы лучше, вот допустим, на вот так вот вы выставьте на интернет-площадку вот таким комплектом и отдайте. Я же выставлял все. Но ценник вот такой получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!